Немного ошибок, которые здесь будут встречаться. Первое, что нельзя делать? Нельзя входить к нему бедром. То есть мы не должны делать вот это. Но это не значит, что нельзя бросить. Можно бросить, но это будет немножко не очень мато. И здесь ошибка вот в чем, что когда я сюда близко вхожу, у меня руки прижаты, он может меня контрить. Очень важно сохранять вот некую такую дистанцию. То есть не прижимать руки себе. Даже если я буду хорошо входить, отклоняться, здесь буду все здорово делать. Но руки прижму к себе, видите? У него шанс есть меня начать туда сбрасывать. Моя задача его руку, его корпус, его плечи все время уводить вот сюда под себя. То есть если мы оказались вот в этом положении, да, я уже наклонился, мне не надо его там оставлять, мне его нужно уводить вот сюда. Как это выглядит? Одно из упражнений, которое можно делать без подбива сильного и скручивания потом, а такой некий, похожий на кен-кен тоже. То есть я начинаю входить, я просто поднимаю его ногу и контролирую движение рук. То есть он стоит на той ноге, я его пока не снимаю. Но тоже отсюда нужно уметь сбрасывать. То есть вход, вход, подшаг. Вот это положение, видите? То есть я ногу потянул, и потом руки. Руки у меня идут сюда. Еще раз. То есть ошибка. Вот это вот. Видите, я его прижал к себе, и отсюда я не могу бросить. Это ошибка. Что нужно делать? То же самое. Вот. Отклонился. Руки как только сюда повели, он сразу ушел в сторону. Еще разочек. Отсюда тоже парню немножко согну. Моя задача подойти. И руки здесь. Тогда будет эффективно. И тогда у меня будет вход хороший и на маховом движении. Маховый еще разочек. Да? То же самое. Не прижимаю к себе. Вход